да, мы посмотрели, как вытянули. А, ну ты давай, ну вот этот Пресненский район. Поднимай, поднимай, а то мы не пройдем. Половина. Народа, да? Уже нормально. Время нам покажет, подытожит год, кто из нас олень, а кто оленевод. Проект недоработан. Очень много в нем нарушений закона, нарушений конституции. Если он будет доработан, я не против того, что, допустим, сносятся дома, которые боком состояли. А когда добротные дома сносятся, конечно, я буду против. Здесь присутствуют растущие и все более успешно действующие инициативные группы всех районов. Мы будем бороться в правовом поле, мы не признаем насилие, но мы предупреждаем, что людей можно довести до чего угодно. Тут уже сказано, что этот самый проект, законопроект, ведет к нарушению, массовому нарушению базовых конституционных прав граждан. Это значит, что мы должны быть готовы, если вдруг этот закон будет принят, мы его будем оспаривать в Конституционном суде. Мы сейчас боремся за красивые, качественные, добротные дома, которые при должном уходе со стороны правительства простоят еще минимум 50 лет. Аварийные дома и ветхое жилье можно сносить уже сегодня по действующему законодательству. Рыхлая вот эта застройка малоэтажными домами, ну, пятиэтажными, это спасение для Москвы. Потому что вы себе представьте, если... территорию 40 километров в поперечнике будет застроена каменными джунглями в 17-25 этажей. Это будет климатический ад. Именно вот эта более разреженная застройка способствует проветриванию. Вместо малоэтажной Москвы мы видим огромные бетонные коробки, растут как на дрожжах. Это комфорт, это то, что он нам обещал. Вы верите его обещаниям сейчас? Нет! Люди будут выходить на улицу и сталкиваться в пробках. Это абсолютное безумие. Правильно назвали, что этот закон – это большая афера. Но автомобилистов я хочу предупредить. Если у нас не удастся отстоять Москву от вот этой безумной программы, от этой аферы, то следующим шагом, который ждет всех нас, это платный въезд в город. Это очевидно очевидного. Да, как всегда, инструкция от Саши Андреевой. Как же я без них? Каждый собственник лично пишет письмо и Собянину, и в администрацию президента. Я думаю, конкретный текст письма мы выложим с помощью юристов в ближайшие дни на разных ресурсах, и в «Москвичи против сноса», и у меня в ЖЖ стиле-1 livejournal.com. Смысл письма следующий. Я собственник, мое конституционное право незыблемо на имущество и на жилище. Я против сноса, поэтому требую мой дом ни в какие списки на снос не включать и вообще отстать от нас. Второе, обязательно провести общее собрание собственников. Собянин заявляет, что якобы лишить вас вашего имущества можно по требованию 2/3 ваших соседей. Это, разумеется, не так. Но желательно набрать на этом общем собрании против реновации больше трети, но если не наберете, все равно проводите. 20 тысяч москвичей обманутых дольщиков. Сегодня мы пришли к вам, чтобы вас поддержать. Здесь звучали лозунги Собянина в отставку. Это и есть политика. Я считаю, что слово надо было, конечно, дать всем, но это дело организаторов. Я не настаивал, я пришел в любом случае, потому что понимаю, что этот закон не про пятиэтажку. Этот закон, который фактически разрушает государство и фундамент нашей страны. Это базовое конституционное право, право собственности. Мы будем драться до конца, как белорусские партизаны. Мы будем драться до конца, и как московские партизаны. Мы будем драться до конца. Та-та-та-дай, та-та-та-дай.